Напряженность у границ. Министр обороны России рассказал об обострении обстановки на западных границах Российской Федерации. Военно-политическая обстановка у наших западных рубежей остается напряженной и имеет тенденцию к обострению. В Прибалтике и Польше развернуты 4 многонациональные батальонные тактические группы общей численностью до 5 тысяч военнослужащих. Сергей Шойгу отметил рост числа маневров у рубежей России. Растут интенсивность и масштабы мероприятий оперативно-боевой подготовки вооруженных сил стран, членов блока вблизи наших границ. Только за последние 3 месяца на территории Восточной Европы и Балтии прошло более 30 учений.